Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Sony Xperia 5 Mark III. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве снимать видео в 4К не только через Cinema Pro, но и через приложение обычной камеры. В Cinema Pro все просто. Заходите в приложение Cinema Pro, здесь выбираете 4К и здесь выбираете количество кадров в секунду. А в обычном приложении камеры нужно зайти в камеру, у вас будет фото здесь, переключиться на видео нужно, нажать на кнопочку меню, нажать размер видео и выбираем 4К. К сожалению, 60 кадров в секунду здесь не выставить, но здесь можно выставить 4К. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. До свидания.